Федеральный проект «Профессионалитет» будет расширен. Его перспективы сегодня обсудили в Первоуральске, где провели выездное заседание с участием властей региона, работодателей и руководителей учебных заведений. Что решают кадры на современном рынке труда и в чем заключается господдержка, об этом сюжете. Так выглядит современная кузница высококвалифицированных рабочих кадров. Образовательный центр – это оснащенные по последнему слову техники классы, в их числе лаборатория реверсивного инжиниринга. Его еще называют обратным проектированием. Обратное проектирование – это то есть, если что-то сломалось, но нет возможности заказать где-то, то мы можем своими силами это оцифровать, построить модели, соответственно, выпустить в производстве. Очень востребованная в условиях санкций технология, потому что мы большое количество здесь изготавливаем чертежей, по которым потом печатаем не нагруженные, но ответственные детали из разных пластмасс. Учебное оборудование максимально схоже с тем, что используют в реальном производстве. Дуальное образование в действии, когда студентам дают больше практики, чем теории, и подготовка проходит в соответствии с запросами работодателей. Такая модель – фундамент программы «Будущее белой металлургии», которая была внедрена в Первоуральске в 2011 году по инициативе предпринимателя Андрея Комарова. Теперь ее принципы легли в основу федерального проекта «Профессионалитет», в котором уже год участвует Первоуральск. Это прежде всего финансирование очень серьезное. Мы получили дополнительно 130 миллионов рублей, которые смогли влить в образовательную организацию. И это повышение уровня квалификации кадров, которые реализуют образовательный процесс. Это ускоренный срок обучения. Мы сократили сроки обучения на целый год, следовательно, работодатель быстрее дождется своего специалиста. Успехи в реализации федерального проекта «Профессионалитет» в Первоуральск приехали обсудить представители предприятий и организаций, то есть работодатели, а также руководители учебных учреждений. На сегодняшний день мы присутствуем на данном совещании только потому, что мы на 2024 год выиграли проект «Профессионалитет» по направлению машиностроения. И в рамках обмена опытом. Берем опыт коллег на сегодняшний день, которые уже в профессионалитете год. Подготовка высококвалифицированных кадров для промышленного региона – задача государственной важности, при выполнении которой Первоуральск ставит в пример. Рабочее совещание выездное, еще раз посмотреть опыт Первоуральска, коллегам показать, руководителям органов исполнительной власти региональной, коллегам техникумов показать, как это сделано в Первоуральске, в том числе партнерам-работодателям. Участие региона в проекте «Профессионалитет» будет только расширяться, рассчитывают участники совещания. Уже сегодня есть договоренность о развитии не только металлургического, но и других направлений, например, туристического и педагогического. А для предприятий участников федерального проекта предусмотрена налоговая льгота. Наш регион является передовым регионом, внедрившим инвестиционный налоговый вычет для проекта «Профессионалитет». В целом, на сегодняшний день только в 15 субъектах Российской Федерации, включая нашу область, представлен данный механизм поддержки. При этом госрасходы на систему среднего профессионального образования в регионе решено увеличить. Алексей Вербицкий, Денис Храмцов, новости Первоуральска.